Всем привет, ребята, с вами снова Жираф, сегодня поиграем в Шлёпу 2 снова. И у меня появился третий этаж, и смотрите, что я уже туда прикупил. Сейчас я поднимусь сюда. Не понял, а где? А где, собственно... Ну, в общем, я купил туда машину чертовчин. Я ее ставил, но почему-то я не вижу, где она. Давайте попробуем посмотреть в магазинчике. Так, в магазинчике... Чё-то не понял. Машина чертовчина. Что, она не сохранилась вообще? Сейчас я её купил. Ну ладно, окей. Ну вот она. Ладно, вот, ребята, вот она. Сейчас я напишу Томасу, чтобы он сюда идёт. Я написал ему, сообщился. Там где? Так, где ты, Томас? О, господи, он опять ерундой занимается. Вот ему больше делать просто нечего, ребята. Он же немного глупенький. Давай, побежали. Побежали с твоей курицей, задолбал уже. Видишь, смотри, тут машина чертовщины. И сегодня мы туда отправимся, собственно. Да куда ты упал? Ладно, без него. Надоел. Ага, и мы отправляемся. Машина чертовщины, ё-моё, это что такое? Это кристаллы собирать? Машина телепорт. Так, кристальчик, кристалл, космический кристалл, ребята. Тут кристаллы. Заходи, ну видите, какие у него проблемы с мозгами. Это юмор, если что. Реально, ну проблемы с мозгами, ну что, человек такой. Все, собираем еще. Интересно, напишите в комментах, зачем эти кристаллы. Зачем вот они? Ладно, пособирал чуть-чуть и хватит. Вот еще возьму. Ну все. Все, я привез. Ну собрал я и что теперь? Ты вообще где? Быть в подвале. Нет, не в подвале. А где тогда? Молочник прибыл. Смотри, кристалл. А что с ними делать? А может у меня новый рецепт появился? Подождите. Нет. Что ждем? Ждем мы. Что купить? А, я сучу. Что с кристаллами-то делать? Я что-то не понял. Ну, я пока что семечки пособираю тогда. Мне уже не молоко не помещается. Что надо делать-то? Что купить? Я не понимаю вообще, что. На меня реально. А, это... Вот тебе шлёпа. Ой, еще 5 би. Давайте я заберу просто вот оттуда. Это отлично будет. Че? Так, я собрал бишку. Теперь мы должны туда поместить это. Так, вот сюда вот покупаем. Я купил. А где он теперь? О, вот тут кристальный конверт. На, и что дальше? Ну и что дальше?
Золото? Забирай золото. Это вообще зачем? Я. Еще хочу. Они у меня что, все забрали вот эти? Крысы какие, а? Золото. О, нормально так дают. Да еще вот это заберу я, вот это. Блин. Ну вот так вот. Вот такая у нас обстановочка. Да. Золотом, так золото. Ну я еще давайте вот это ставлю. Все. Чупижу. Все, ребята, у нас тут много. Так что у меня есть еще президент, вообще второй раз у нас в движении, можно сказать. Так. Откуда столько денег? А, он там заработал. Купил на 15 би. Странная дарь. Ну, наверное, уже в следующем видео. Так, что у нас с кошачьей мятой? Ну что ж, ребята, на этом, наверное, все. Вот так вот у нас машина чертовчина, и у нас теперь будут много золота и кристалл. В общем, на этом у меня все. Всем пока.